Всем привет, друзья! В эфире мега крутая распаковка. Так, поменял немного локацию. Ну, так, погнали. Так, киоск с овощами. Вот зашел. Петрушки укропа 60 рублей. Все. Дальше кулинария пошла. Написано люля кебаб. Ну, короче, котлета. Обычная котлета куриная. Вот 113 рублей. Стоит пицца. Мини-пицца. Мини-пицца 56 рублей. Так, надеюсь, видно все. 56 рублей. Так, чебурек с мясом стоит 60 рублей. В общем, общая сумма вышла на 229 рублей. Короче, с кулинарией все. Дальше погнали в красно-белое. Сеть пиво Жигулевское. Раз. Пиво Жигулевское. Два. Так, стоит 109 рублей. Каждая из них за обе штуки вышла 219 рублей 98 копеек. Также взял вдогонку еще, водку взял за 299 рублей 99. Но это для настойки, водку я для настойки взял. На Новый год буду настаивать, сегодня залью. Дальше что у нас? Вот еще пиво взял вдогонку 49 рублей 99 копеек, 89 копеек. Вот это вдогоночку взял на стрим. Кстати, приходи сегодня на стрим 18:00 по московскому времени. Кукурузные палочки читас 44 рубля 89 копеек за две штуки, 89 рублей 78 копеек. Так, дальше погнали. Вермишель Ролтон 19,59, взял две штуки, за обе штуки у меня вышло 39 рублей 18 копеек. Сеть магазинов красно-белая, общая сумма на 698 рублей 82 копейки. Все, жду вас на алкостриме сегодня. А на этом мега распаковка закончена.